Привет, друзья, с вами Карнекс, и сегодня мы продолжаем играть в игрушку под названием Blasphemous, или как ее уже в комментариях прозвали, 2D Dark Souls. Мы с вами остановились на том, что с трудом нашли это святилище, и в принципе, я думаю, что мы сможем продвинуться дальше, хотя мы по карте находимся не совсем там, где нам нужно находиться, но это уже совсем другая история. Ладно, попытаемся отсюда выбраться без каких-либо потерь, потому что нам явно сюда еще рано идти. Так, если я не ошибаюсь, мы... Так, а здесь что у нас было? Да, сюда мы заходили. Нам, собственно, убрали нашу вину. Вина это, конечно, хорошечно. Вот, пусто сожженных церквей. Что, простите? Что, простите? Тише, 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 мадамы. Давайте потом пообщаемся с вами. Я не понял, как я сюда упал, но да ладно. А, даже так. Хорошо. Так, допустим. Допустим. Стоп. А, нам не здесь. Нам не здесь. Сорян, 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 сорян. Беда в том, что там дебаф, я не знаю, где теперь остался. Вот в чем основная проблемка. Если в Dark Souls нам приходилось бы просто забить болт на наши души, которые мы теряем при смерти, да, то здесь нам нужно забирать наш окаянный дебафчик, потому что без него нам будет очень сложно набирать данный очеч. Мы, по идее, даже могли бы это проверить. Но, наверное, оно того не стоит. Так, уйди, уйди. Так, вот здесь где-то должно быть. Вон там оно, да, есть. Все, можем забрать спокойненько. Простите, извините. Я с вами стыкаться больше не хочу. Я хочу залезть вон туда наверх вообще, если получится. Но это не точно. Я здесь, скорее всего, не допрыгну, да? Допрыгнул, отлично. Так, мы пришли вообще отсюда. Изначально. Да, здесь мы накидывали ребят, и был переход наверх. Все, шастаем дальше. Шастаем дальше. Здесь у нас что? Выход. А? Подождите. Я окончательно запутался. Тише, тише, тише. Так, молодой человек. Не то юзнул, сорян. No. Так, я чуть громкость понизил, а то аж по ушам лупит. Кыш, 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 не надо метать камнями. Так, эту здоровеллу мы уже с вами забирали вроде бы, или это другая? Это уже с другая, я понял. No. Блях, сейчас камнями начнет метаться. Не надо. Уйди. А ну-ка. Ага, вот что происходит, когда мы юзаем фаталити. То есть он как-то по-особенному его убивает, но толку с этого пока я не увидел, чтобы мы получили больше слез или еще чего-то. Допустим. Святилище еще одно. Мост страсти господних. Вот как оно значится. Это локация над локацией. Ладно, пойдем сюда сначала. В любом случае, пойдем проверим. Очень длинный мост. Очень-очень длинный мост. Допустим. О, здорово, челик, мы с тобой не виделись давно. Здесь находится дверь в бронзе, ее увековечены испытания суровые, коим подвергались избранные чудом. Дабы образом сим искусным поклонялись и почитали их потребное украшение. Его извязное святичество сурово взирает на нас с высоты, но только бронзовый рельеф решает, кто достоин пройти под украшенной аркой. Найди священные лики, и бронза узнает, ибо применчивы желания чуда. Здорово, пускать будешь меня? Не будет. Понял, принял, сюда нам еще рановато. Надо сейчас все запоминать по карте. Я не понял только, как мы туда наверх должны пролезть. Но это и не столь важно. Если что, у нас еще есть запасной проход снизу, и снизу у нас еще раздвоение, по-моему, на две локации идет, если не ошибаюсь. Ну, короче, разветвление здесь море. Так, здрасте, молодые люди. Так, не хочу с тобой драться, не хочу с тобой драться. Хочу поломать дуб. Так, с тобой, товарищ, мы как обходились? Нам нужно было просто максимально близко к ногам него стоять, его лупить. И, в принципе, все. И пытаться уклоняться. Тема рабочая. Тема рабочая, просто в ноги ему впадаем и все.
Кстати, за него неплохо слез дают. За здоровяка. Текс. Лестница еще вверх. Вот, вспомнил, как мы вверх переходили. Так, а здесь у нас возврат, да? Проверяем, да. Здесь у нас возврат, погнали наверх. Внизу просто довольно больно, поэтому я не особо хочу туда лезть. Что за нахлёшь? О. Так, а сверху нас здесь ждут сразу же друзья наши. Мне не нравится, что мы, когда просто с ними соприкасаемся, мы получаем урон. Так быть не должно. Стоп, мы здесь были. Мы здесь точно-точно были. В смысле, ты не можешь запрыгнуть? Ясно, понятно. Это мы как раз проверяли тогда территорию. Да, здесь этот зимний лес. Нас сюда, по-моему, и посылали. Так, нажмите X, находясь в воздухе рядом с некоторыми стенами, чтобы воткнуть меч в стену. В этом положении нажмите A, чтобы прыгнуть, или RT, чтобы спрыгнуть вниз. Сейчас мы все проверим. Так, воткнули. Я, в принципе, вниз могу и по-другому спрыгнуть, но не столь важно. Ага, все, я понял. Окей. Еще одно святилище. Замечательно. То есть, когда мне надо было найти святилище, я его найти не мог. Когда оно мне уже не нужно... Стоп, там что-то есть. Так, получили лучевая кость поэта Хельзера. Почему мы находим их кости? Можно узнать. Можно что-нибудь полезное находить. Рядом с его делом придумал упавшим дерево. Так, окей, ясно. С тобой все понятно. Нормально, мы еще можем втыкаться бесконечно, по идее. О боже. Почему у него с живота торчит рука? Тут как будто бы тело в теле, и это очень странно. И самое забавное, что у него стрела в колени. Его приключения здесь закончились. Пусть сокрушается и унижается сердце, безмолвно кающийся. Ты стоишь перед останками Гемина. О, не бойся за меня. Мороз милосерден, ибо облегчает боль нашу и притупляет страдания, прежде чем оборвать жизни наши. Может быть, чудо, о коем говорят другие, пришло ко мне в эту железную могилу, чтобы снова и снова продлить мучения мои. В землю обетованную держишь ты путь, туда, где обнимаются в единстве замерзший и горящий. Позволь попросить тебя, принеси мне несколько капель масел из олив, кое во время оно росли на обледенелых деревьях сил. Кои умерли, обжигая лица благочестивых, добравшись до самого верха. Ибо мое последнее желание, пока не настал конец мой, ощутить боль сию. Возьми. Пустой золотой наперсток. Достанет окоченелая рука моя еще одной ветвью иссохшей оливы сей. Торопись, я все еще слышу зов. Окей. Крипово, но окей. Так, украшение золотым наперстком с надписью «Лишь холодное злато может нести масло искупления». Меня больше смущает, что это не активки. Вот в чем проблема. Мне нужны какие-нибудь полезные предметы. Ну да ладно, бог с тобой. Так, здрасте. О, скелетончик. И новый враг. Ноу. Так, хорошо, с ними можно работать, скелетончик просто умирает. Хватит кидаться копьем. Нет. Ну, пожалуйста, ну это ж... Ох, я чувствую прям эти дарксольные вещицы. Так, у меня предмет остался или мне заново с ним говорить надо? Славьте, господи, не надо. Так, аккуратненько пролазь. Прощай, мужичок. Развлекайся здесь спокойненько. Так, мой бафчик. Что это было? Хватит меня хлыстать. Молодой человек. Он очень больно хлыстается, кстати. Прошу. Да бля. Что происходит вообще? И камнем в голову дали, и вообще. Мрази. Так, бросай свое говно. Забираем бафчик. Нормально. Трупик нафиг, уйди. Не беси меня. Серьезно? То есть это мурло будет меня сбивать в момент перелета? Непростительно. Да в смысле? Алло? Вообще дождь не работает. Не дела. Давай еще хилься, потому что у нас так ХП вообще никуда не хватит.
Так, кто здесь? Еще один труп замерзший. Бррр, ты что такое? Нет, 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 нет. Слушай, слушай, слушай. Так, есть трипл попадание. Я не знаю, что это было, но его можно убить. Бляха, тут еще одно. Их здесь два. Да вы издеваетесь. Понял. Так, вернулся сюда, даже хилки сохранил. А как хорошо. Чеч. Так, она меня дамажит, даже когда приземляется, я понял. Да ты издеваешься, бляха-муха. Слишком много урона от них, серьезно, слишком. Так, оно сюда пролезть не может. Ага. Да иди ж ты в сраку. Задолбишь, задолбишь. Я не могу даже нормальную серию атаки сделать, потому что это говно меня успевает быстрее продамажить. Бляха, там еще и какой-то дед странный. В юбке. Дед, ты че в юбке? Твою мать, дед, ты че? Дед, выруби дуру, ты че делаешь? Ты гляд, что творит вообще? А хп-то нет. Бля, у меня еще и камни летят. Может, я поторопился, придя сюда? Например... Хлыстовщик, иди сюда. Тебя я вроде бы удаленно могу забрать. Так, допустим. Сверху еще один этот дед в юбке. Дед в юбке. Ты глядь, что творит вообще. Не, ну вы это видели? Не, вы это видели? Не, ну нахер, я лучше вниз пойду. Что-то здесь очень больно, меня здесь обижают. Это ненормальная херня была. Он просто берет подпры... Бляха, я же с дебафом буду. Похер. Похер на дебаф. Сейчас надо найти, главное, этот апчик, где он у нас. Слева, снизу. Ага. Надеюсь, там меня пропает, и все будет окей. Короче, ну нахер этого деда. Никакого удовольствия от общения с ним нет. Уйди. Уйди. Это очень болезненно. Я думаю, что нам нужно либо оружие найти, либо скилл. Чтобы этому деду ломать лицо. Иначе дело пахнет... керосином. Так, проход сюда, вниз и еще ниже. Извращенцы. Напридумают игр, ёпперсеты. У меня потом жопа болит, блин. Уйди. 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 Уф, хорошечно. Так, добрый день. Мне к вам. Вроде бы. Могу говорить? Так, очистить от вины в обмен на 200, да. Отлично, дебаф снят. Вина искуплена. Замечательно, но мне надо теперь еще слезы где-то потратить. Ладно, найдем сейчас где. Это не столь важно, главное здесь сейчас пересейвиться. Чтобы я уже не думал о том, что мне придется опять зимы бежать. Серьезно? Оно ломается, оказывается. Интересненько. Так, давай лучше меня в это святилище. Здесь у меня пока знакомые враги. Более-менее приятные. И не так больно дамажущие. Так, здесь закрыто, с той стороны открывается. И еще один проход у нас есть, погнали. Так, добрый день. Ох, вспомнил, бляха-муха, здесь ловушек куча. Я не знаю, как я не получил только что урона. Но да и ладно. Так, там вроде бы выскоблено, да? Ух, нормально. Что за кубок? Твою мать! Плёточник, ты какого хрена здесь забыл? Опа, опа. Так, верхняя челюсть священник. Можно мне нормальные предметы давать, серьезно? Это уже не смешно. А, мы за 1200 ничего не получим. У нас там, по-моему, 1500, да? Что-то ценное 1500. Бляха, как бы с вами так... Чтобы мне лицо не поломали случайно. Так, первый есть. Давай, замахивайся. Опа-на. Ну. До свидания. Понабирают, блин, свечей себе. В жопы бегают. А как я там пройти должен? Не подскажете? Я так посмотрел, просто прикинул. Ну, вроде, если я присяду, меня не закоцает, но это не точно. Не, нормально. Да блях, муха.
Рано встаешь, твою мать! Так, хильнись, нормально. Все окей. Нет, нормально. Что-то их там слишком много снизу, да? Там еще какие-то золотые кубки есть. Ну, допустим. Дед, успокойся. Нормально же общались, что-то начинает. Твою мать, ублюдок, уйдите все. Ну вас нахер, фу. Противные какие, писец. Так, надо здесь проход открыть. Но. Ты серьезно? Есть. Так, проходик открыт, можно не переживать. В принципе, я могу сейчас, кстати, в святилище сбегать. Оно же прям здесь. Так, давай. Чикрык. Спасибо за хпшку. Респект, уважение. Теперь мы можем пройти еще ниже. Без препятствий. А там у нас что? Там конечная, там больше ничего нет. Хорошо. Так, дратуйте. Есть кто? Нормально, вцепился. Опять проход нужно открыть где-то с другой стороны. О, это еще что-то за банши. Мне не хватает дальней атаки. Очень сильно не хватает. Дед, отойди. Давай ты отойди. Я не знаю, что со мной банши будет делать, но ты точно отойди. Не смотри на меня. Чё-то на меня так жалостливо смотришь. Серьезно, ты решил встать здесь? Так, банши пуляют в меня огромной зеленой херней. Я понял. Намек уловил. Здесь эта зеленая херня нон-стоп летит. Уйди. Ну. Прошмыгнем. Ч-ч-ч-ч-ч. Нормально. Почему они за мной летят? Нет, я упал на колья. Уф, уф. А, что ж так жарко. Так, я на всякий пожарный хильнусь, что мне не нравится эта комната. Так, Сигирия, твоим глазам подобным... Не знаю, что там подобное и чему. Уворот! Почти. Короче, им где-то 3-4 удара надо. Так что я нашел? Объясните. Так, опача. Короткий гимн ночному небу наполняет кающийся праведной яростью и на короткое время увеличивает скорость его атаки. А у нас это просто удар, по сути. Да хрен знает, как бы. Нам, наверное, лучше все-таки удаленный удар, чем заморочки. Ноу. Бляха, это еще что за херня, блин? Король с копьем какой-то летающий. Почему это так же побольно, боже? Это такое извращение. И появляемся мы где? В очке мира, естественно. А у нас хотя бы этот остался скилл? Славьте, господи. Хотя бы скилл на месте. В принципе, мы могли бы пойти спрапаться. Но нам от этого ни жарко, ни холодно. Там еще что-то должно просто быть. Еще что-то должно быть, и мы почти дошли до открытия вот этого перехода дополнительного. В принципе, мы можем проспидранить их просто. Хоба, сорян. Так, главное вовремя здесь приземлиться, ну почти. Ты серьезно, твою мать? Встань, несчастье, боже, что ты падаешь? Ты что, немощный? Так, спокойненько, вниз. Упади. Красавчик, упал куда надо. Сейчас зайдем сюда. На секундочку, отхилиться, например. Так, первую часть пробежали. Так, здесь шары полетят. Раз. Бляха, еще же дебаф надо забрать. Есть. Так, здорово, дед. Я, пожалуй, вас оставлю. Хоба! Так, вот переход. Ладно, потом заберу. Деду, иди, блин, на летающем троне. Что за херня вообще? Так, проход открывай, чтобы я был уже спокоен. Так, хорошечно. Здесь у нас проход еще ниже есть. Ну, давайте попробуем что-то с дедом сделать. Так, надо вот сюда. Но-но-но-но-но. Ей, третий из 38. Но-но-но, ты хля какой шакал. Давай-давай-давай-давай, там еще предмет лежит. Основную атаку я его не прочувствовал, но, в принципе, сойдет. Дайте что-то полезное. Шайный позвонок пивовара. Я ударился об него ногой, серьезно сейчас, да? Я вас понял. А почему он не падает? Дед, здорово.
Ага, он нам просто колет в затылок, я понял. Так я ж хилился, в смысле ты меня дамажишь, когда я хилюсь, говна кусок, ну. Летающий дед, угомонись. Да бляха, его еще и хрен покоцаешь нормально. По одному удар наносим. Найс! Дед откинулся, славьте господи. Так, с этим мы разобрались. Тех товарищей я уже трогать не буду. Надо сейчас опять вернуться на этот святилище, чтобы ничего лишний раз не терять. Буну его нахер. Тут терять что-либо абсолютно невыгодно. Так, стоп, я запутался. А, все правильно, здесь подъем. Страшные уровни абсолютно. Давай. Спасибо за хилочку. Респект, уважение. Надо будет все-таки сходить обновиться, потому что наших нынешних атак ну просто не хватает. Отлично. Не хватает как в плане разнообразия, так и в плане урона наносимости. Твою мать. Твою мать. Как мешок с говном упал. Почему вы так сильно отлетаете, ну? Вас же потом хрен покоцаешь. Хоба. No. Кыш. Так, два перехода. Ах, первый к плеточнику, кучу ловушек. Даже ловушки на лестнице, вы серьезно вообще? Изверги, а? Так, а как я сюда должен просочиться? Если у нас не юзается... А, это я только назад вылезти смогу. Я понял. Так, давай вылазь. Тык-д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 ык. Нормально. Они здесь повсюду. Я вас понял. Да запрыгни, матерь божья. Тихо-тихо-тихо. Я тут как бы и перепрыгнуть должен, и при этом не получить урон. Забавно, забавно. А на лестнице хилкой юзнуть не смогу. Так, челик, подходи. Давай, мы с тобой сразу закончим. О, там можно было фаталити сделать. Так, второй, иди сюда. Это один из самых простых, потому что его можно просто задавить авторитетом, короче. Но вот если их двое... Что? Что? Что это было за херня только что? Нет, дед, успокойся. Так, кыш-кыш-кыш-кыш, ну вас нахер. Ну нахер, говорю, уйдите. Так, здесь нихрена не вижу, здесь куча иголок опять. Так, хилку принимай. Опа, нычкарик открылся. До свидания, до свидания, до свидания. Я приземлился на новый уровень. Так, там еще один был переход вниз. Но мне кажется, здесь какая-то нычка должна быть. То есть что-то полезное. Естественно, ты по мне попал. Естественно, естественно. Иди нахер. Хрен ли вы заспаунились? В смысле, здесь закрыто? Что за херня? Алло, алло, алло. Нет, меня закрыли с дедом. Не люблю, когда меня закрывают с дедом. Прекращайте. Короче, там точно что-то полезное должно лежать. Под такой хреновой тучей защиты. Это явно неспроста. Ну тоже хрен пролезешь. Это наворачиваемся вниз. А как я то прошу? А, там нычка в стене, точно. Ой, матерь божья. Да цепись ты, боже, несчастье. Так, заземлись. Отлично. Сейчас мы, конечно, попробуем, но я ничего не гарантирую. Абсолютно. Если бы у нас было хотя бы хилок 20. Серьезно, через текстуры летит ваша эта хероплазма, да? Иди нахер. Так. Здесь, значит, такая проблемка. Падай. Почти туда, куда надо, упал. Угу. Так, вот здесь чуть сложнее. Но, в принципе, нормально. Так, что мы здесь натворили? Здесь, по идее, мы их убивали, да? Но мы можем на этом не заморачиваться. Можем их просто вот так проходить. Дед, отстань, отстань. Ноу. Псина, мразь ублюдочная. Ясно, еще и на снаряд, конечно же, попал. Фу, фу, нельзя.
Да падай ты вниз, спокойно. Не-не-не-не-не, я уползаю. Все хорошо. Так, можем, в принципе, хилку изнуть. Не трогай меня своими шарами, уйди. Тикаем. Так, вот здесь самое извращение. По идее, нам нужно аккуратненько их всех зачистить, чтобы мы туда пришли уже без лишних морд, скажем так. Дед, ну я ж тебя накоцал, ты должен был сдохнуть. Какого хера ты живешь так долго? Боже. Иди сюда, я знаю, что ты хочешь меня по пяткам набить. Ты серьезно сейчас, да? Ты сейчас вот на полном серьезе, да? Так, есть? Запускай. А, нечего запускать. А, я его точно так же могу по лицу бить через этот. Иди сюда. Отлично, тактика рабочая. Так, вот эта мразь только шакалить будет немножко. Так, мой баф отдайте. Нет, не сейчас! Нет! Так, хорошо, всех вроде бы накоцал. Деду подсрачник надаю сейчас. Тихо, главное, чтобы этот меня копьем не проткнул. Он очень больно тыкается. В смысле, дед, ты откуда второй вылез? Так и за жопу задел. Уйди. Нет. Плохой дед. Плохой дед на троне. Уйди. Я тебя по чуть-чуть да запинаю, ты же понимаешь, мразь, да? У собака, боже, как печет от них. Забирай. Так, пустой сосуд из-под желчи. Тоже бесполезный кусок дерьма, я понял. Суть игры в сборе бесполезного куска дерьма, костей и будущего пососа. Мне уже нравится. Так, отхилься, кстати. Мне это уже дико нравится. 2000 насобирали, нам, по идее, нужно возвращаться и прокачивать скиллы. Либо проходить здесь ниже и получать люлей. Конечно же, я выберу второе, вы что? Как упустить шанс получить люли? Вы кто? Так, из благословенного места доверили мне присматривать за тобой, кающийся. Я присматриваю. Имя мое Виридиана. Мне дарован дар, чтобы помогла ей нести бремя твое, когда тебе нужно. И лишь тебе делать выбор. Безмолвно кающийся, тебе потребуется моя помощь, чтобы выполнить долг твой. Допустим. Да будет так. В чем твоя помощь, женщина? Светилище. Не совсем понял, в чем ее помощь будет заключаться, но то, что она будет, это уже хорошо. Наверное. Либо она превратится в какого-то злого огромного моба, который меня съест. Например. Очень неудобно вас бить, мать его. Самые, наверное, противные неудобные мобы. Здесь куча переходов, слушайте, здесь тонна. Это что за покемон? Почему бы не зайти в хрен пойми какой портал, правильно ведь? Это быстрое перемещение. Вот оно чё. Спасибо, будем знать. С этим уже веселее. С этим чуточку становится веселее. О боже, опять эти уроды. Так, там с другой стороны открывается, вниз прохода нет. Соответственно, с вами драться мне смысла тоже нет. До свидания. Так, выбитая дверь. Вероятнее всего, мы сейчас как-то изнизу доберемся до туда. О-о-о-о, это что? О-о-о-о, а что так часто? Ладно. Давай еще разок. Опа, нормально. Опа-ча. Кость. Естественно, гороховидная кость исследователя. Она же мне, мать его, так нужна. Я же без нее жизни как бы не знаю вообще. Она меня не покоцала, что? Или покоцала, но очень мало? Что-то было здесь не так только что. Так, до свидания. До свидания, говорю. Да, эту штуку пока забрать нельзя. Как же с вами тут весело, слушайте. Так, ясно, там телепорт. Значит, идем влево. Значит, там будет очень большой П-образный обход. Но это лично мне кажется. Либо мы вообще с другой локации туда должны будем попасть. Так, здравствуйте. Что-то слишком грандиозное здесь, мне кажется, да? Ёперный театр, не вставай, пожалуйста. Что ты такое? Зачем ты отломал голову и зачем ты ей в меня бросаешь? Так. Он еще иголки пускает, я понял. Да переедь ты, бляха, что ты переехать не смог? Дебил, что ли? Ну, мать твою. Хобана.
Надо все время двигаться, иначе эта мразь будет нас дамажить. Уф. Хилка. В рот, в рот, в рот. Недостаточно в рот. Вот здесь, кстати, не помешал бы баф на усиление. Как раз против боссова. О, тетка, 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 тетка. Как ты мне поможешь? Помоги мне, мать твою. Она меня отхилила вроде бы. Так, немножечко. Нормально. Проедь. Нормально. Тетонька, мне бы еще хил не помешал, честное слово. А то больно писец. Так, мой хил юзнем, ладно, так и быть. Он еще чем-то бросается. Ты че, вообще шакал потерял страх? Оп. Ну. No. А, это еще и мины. Найс. Уйди. Она меня еще раз хильнула. Нихера себе. Тен пьедат. Ты прям совсем пьедат, да, я так понимаю? Блях, у ворота не было. No! Даже телочка с двумя дополнительными отхилами нас не спасла. Ну, в принципе, увольнуть можно. Увольнуть можно, мы атаки его теперь знаем, и в принципе... А? Меня эти ангелы спасли, что? Как это странно выглядело. Ну ладно, давайте его уже увольнем. Че, мы зря это все проходили. Тыц. Тыц. Очень странные эти ворота золотые. Так, можно я баб заберу, пожалуйста? Дядя. Я вот что забыл сделать. Стоп, стоять. Да-да-да, ты отрываешь голову, ты бука злой вообще, фукака. Подожди одну секундочку только. Еще одну. Так, вот это нам нужно поставить. Да проедь ты, твою мать, в смысле? Он что, коленкой стал, ты проехать не... Что за херня? Так, баф забери. Баф есть. Вот если бы еще деревья не вылазили из, мать его, земли и не давали мне по лицу, было бы вообще супер. Но, видно, не судьба. Видно, нет любви. Ну что это за херня? Он просто колено становит, и я не могу через него проехать. Ты шакал или собака? Ты мне сразу скажи. Хил-хил-хил-хил. Блин, меня женщина отхилила, я хилку просрал. Ноу. Не сегодня, молодой человек. Опять коленом встал, и все, и ты ему хоть жопу целуй. Что за херня? Он до этого коленом не становился, мразь. Паскудник ты проклятый, ты что творишь? Пора уезжать. А ну-ка, сейчас опять стал колен. Задержка там есть. Но-но-но-но-но-но-но-но. Ну. Опять иголки вылазят. Ну иди, твою. Ну. Даже иголки не задели, они, правда, втроем вылезли. Текай. Женщина, спасибо большое. Лол, я могу просто подпрыгнуть от его колена, серьезно? Это настолько просто, оказывается? Чувствую обман. Бррр, леща мне дал просто. Так, я, пожалуй, уеду. Угу, угу. Он все больше и больше, кстати, этих иголок выпускает. Давай, рейш кромсай, рейш кромсай. Оба. Давай, под бафом, на, собака. Блюдок, мать твою. Можно было баф раньше юзать, ну да ладно. Женщина, спасибо тебе большое. Реквиматернен. 3000 у нас уже слез. Пора тратить. Спасибо, братишка. Так, что здесь? М? Ленин? О, боже. Давайте, наверное, хильнусь. Угу, угу. Угу. Ну нахер. Ладно. Во имя великого суда Божия и сынов чуда, когда ты встал на колени пред телом священным моим, узрел ты золотой лик мой, хранящий одну из трех печалей кающейся души. Наше чудо избрало меня среди всех набожных чад ходить по этому священному морю, как избрало и тебя. Да расплавится злато на лике моем, да сотрет оно следы покаяния малого с души твоей. Сердце полной вины пробудилось ото сна.
Мы получили священное рано покаяние малого. Ага. Что это? Сны о милосердии. Good job. Так, метка, оставленная золотым ликом, которая по частоту покаяния малого в душе кающегося. Супер. Что еще могу сказать? Very good, very good. О, здорово, чувак, давно не виделись. Че расскажешь? Ты перенес первое унижение покаяния. Ты встретился с ликом покаяния малого. Ты должен простереться перед двумя оставшимися священными ликами. Окей? Я тебя понял, там какая-то крыса шляется. Ну да ладно, хорошо, ребятки, сделаем с вами небольшую паузу. Спасибо вам большое за просмотр, не забывайте комментировать увиденное и, конечно же, нажимать на колокольчик. А мы с вами встретимся, возможно, в следующем эпизоде. Пока-пока.